Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 миллиардов долларов. В свою очередь, Украина признает наличие долга в 2,2 миллиарда долларов за поставки газа до 1 апреля и готова оплатить его в 10-дневный срок. Но при условии «Газпром» снизит цены на газ. 27 мая Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже.